20-секундная реклама, которая не займет вашего времени, где я вам посоветую зайти и подписаться на канал Кека. Он играет в Майнкрафт, различные мини-игры, Build Battle, Skyblock и также многое другое. И что самое главное, он также начал играть в Don't Starve. Поэтому, если вы заинтересованы, заходите и подписывайтесь на его канал. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, без модов, только с одной командой, где сегодня я вас научу, как стать водным хищником, как убивать своих жертв, прямо выскакивая с воды, как переплывать океаны за доли секунды, и просто-напросто очередная крутая команда в Майнкрафте. Но, ребята, перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 700 лайков... Ребята, честное слово, давайте, пожалуйста, наберем 700 лайков, потому что это действительно очень приятно для меня, и я обещаю, вот, честное слово, ребята, в ту же секунду выйдет следующая серия обзора модов, как только мы наберем 700 лайков. Я вам, честно, этот зуб вам даю, что в ту же секунду, ну, ладно, в ту же минуту, потому что, ну, я прям тоже не телепат, чтобы в ту же секунду, в ту же минуту выйдет следующая серия. Честное слово, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии. Если ты не веришь, что я отвечаю на вопросы своих подписчиков, просто оставь свой комментарий под этим видео. И последнее, что я хотел бы попросить, это подписаться на мой канал. Я очень сильно рад каждому новому подписчику, поэтому тебя, вот, чувак, я сейчас прошу подписаться на канал. Если ты это сделаешь, то это будет очень сильно круто, и я буду очень сильно рад, ребята. А сейчас мы приступаем к самой команде. Что же она делает? Опа! Вы можете превратиться в акулу в Майнкрафте и просто-напросто жить на дне океана, да, с Панч Бобом, там подружиться, посоветоваться, как лучше там жить. Но все же, ребята, вы можете действительно стать рыбой, то есть акулой, да. Что это вам дает и как вообще это работает? Вам просто-напросто, я вам сейчас объясню, но сначала давайте рассмотрим, что же это такое. Вы видите, что вот у меня тут акула. То есть ее просто-напросто нужно переместить в первый слот и выбрать. Как это все работает? Это полукоманда, нет, в принципе, это команда, да, то есть это добавляет, заменяет железный меч на акулу, да, то есть текстурка меняется. Вы просто берете ее в руку и превращаетесь в настоящую акулу. Если вы находитесь на суше, то у вас появляется эффект яда, да, то есть вы начинаете терять жизни, потому что, ну, все же, вы не можете дышать, поэтому вам нужно прыгнуть в воду. Вы прыгаете в воду, у вас эффект пропадает, и вам, в принципе, офигеть, сколько эффектов дается. Вам дается невидимость, да, потому что акула быстрая, хищная, ее никто не может толком заметить, и также вам дается ночное зрение, ну, чтобы получше видеть в воде, потому что, ну, если бы вы фигово видели, что бы это вообще такое было. И, как вы видите, вы действительно можете плавать, вы действительно выглядите как акула, и вы действительно можете жрать своих не то что врагов, а прям жертв, да, потому что в акуле не может быть врагов, можно и так сказать. Это маленький мод, да, то есть это не мод, а наоборот команда, мы же без модов играем, как с мода, да. То есть тут много чего не добавляется. То есть, ну, вы становитесь акулой, вы можете очень быстро передвигать, ну как, не прям очень быстро, вот это максимальная скорость, но зато вы можете прям под водой так, кто там, потом быстренько вот так выпрыгнуть, закусать, загрызти и обратно в воду, да, то есть, ну вот это круто. Эта команда, ну, прям очень-очень-очень малюсенькая, да, то есть я ее специально сделал для того, чтобы, ну, просто показать, что это такое, потому что может вам где-то это даже пригодится. Это не кардинально меняет игру, это просто-напросто маленькая команда, которая просто-напросто позволит вам разукрасить ваш Майнкрафт и побывать в роли акулы, хоть и недолго, хоть и 5 минут, но все же побывать, повеселиться или просто-напросто повеселиться с вашим другом, да, то есть показать ему, мол, вот, дружок, я могу становиться акулой, а ты не можешь, ха-ха-ха, и всякое такое, да, то есть многое чего не меняет. Но, ребята, знаете, что я вам хочу сказать? Это такая предсерия. В какой степени? Я еще раз вам, ребята, повторюсь, если мы сейчас наберем 700 лайков, то выходит следующая серия, но
В следующей серии я, ребята, вам покажу, как стать ассасином, как получить умение ассасином, скрытность, невидимость, быстрое передвижение, даже некоторые читерные моменты, как быстро убивать своих врагов скрытым клинком и многое другое. Поэтому, ребята, если вы хотите это видеть, то давайте наберем 700 лайков, честно, прям... Я, ребята, вас уважаю, вот прям как друзей настоящих, поэтому все же я вам даю слово. 700 лайков, следующая серия. А сейчас мы, ребята, просто-напросто поплывем, я там заготовочку небольшую сделал, еще я вам покажу, как я там всем жопы надеру. Вот она наша жертва, вы видите там слева? Вы видите, кто там у нас? Вы видите, кто там у нас? Ага, жители, которые попали в ловушку. Сейчас мы вами поднасытимся. Да, вот прям всех мы убиваем где-то с трех ударов? С трех ударов, мне кажется. Сейчас, вот так. А как я сказал, эта команда не прям какая-то супер-пуперская, она такая, ну, небольшая, да, сделано это просто для того, чтобы немного так развлечься и больше ничего. Вот мое предположение, если бы автор хотел бы сделать что-то крутое, то, может, он бы сделал, например, кражу жизни, да, допустим. Если ты бьешь свою жертву, то у тебя потихонечку восстанавливается жизнь, да, хотя бы по полсердечка, ну, как бы ты ее съедаешь. А если ты ее полностью убьешь, то, допустим, тебе восстанавливается 2 голода. Потому что все же акула — это хищник, можно и так сказать. Поэтому ты прям убьешь свою жертву, ты ее захаваешь. И было бы круто, и было бы просто-напросто логично, если бы у тебя восстанавливалось здоровье, да? То есть и здоровье, и твой голод, мол, ты вот съел там одного насастого жителя. Там, в принципе, можно с его носа только нахаваться. Он прям охренеть какой большущий. И по сути можно было бы предположить, что у тебя восстанавливается и здоровье, и голод. Но, к сожалению, автор этого не сделал. А вот мы на сушу выбрались. И да, как вы видите, у нас опять появился... О, кто-то там у нас... Ребята, кто-то там у нас пытается сбежать. А ну. Тихонько. Он нас не видит. Только плавник, да? Вот не плавник, а только во-во-во, как в фильмах, да, вот так немного видит. И сейчас, иди сюда, зараза, прям какая-то сверхъестественная акула с суперспособностями, не хуже, чем там у тех же Мстителей, да, просто прыгать по суше, ну... Это никто это не умеет, только наша акула, ребята. Только мы можем танцевать на суше в виде акулы. Это немного странно. Ну хотя, в принципе, почему странно? Нормально это сделано, нормально, потому что все же, как только ты выплываешь, ты начинаешь терять здоровье. Потому что даже если вот так мы на поверхности бегаем, летаем, плывем, да, то все нормально. А если ты выбегаешь на сушу, то логично то, что ты начинаешь терять здоровье. Ты же не в ту же секунду умираешь, даже если ты обычную рыбу, я не знаю, если тут среди вас рыбаки, ну, в принципе, это логично. Если ты вынимаешь рыбу с воды и кладешь ее на сушу, то там она еще может минуту пожить, да? Если ты ее обратно кинешь в воду, то она дальше будет жить. Она же не умрет в ту же секунду, как только ты ее вымешь с воды, да? И сейчас, ребята, я вам объясню, как же стать акулой в Майнкрафте. Это, как обычно, очень и очень и очень просто. Выдаем себе командный блок с такой командой. Здрасте, свинка, лучше ты нахрен убегай, а то мы еще превратимся в акулу и тебе не поздоровится. Вы так возле меня, бедные свинки, собрались, что мне даже их кушать перехотелось. Вы даете себе командный блок, ставите его, вписываете команду, которая уже... за вас нашлась в интернете, я ее поместил в описании под этим видео, поэтому заходите, копируйте и превращайтесь в акулу. И просто-напросто активируем эту команду. Нам сразу же выдается этот итем, мы становимся акулой и прыгаем в воду. Ну что, ребята... Я не хочу, они очень милые, они так со мной поприветствовались, когда я только зашел, они так стали, мол, мы уже даже знали, ты сейчас станешь акулой, ты нас съешь, да, пожалуйста, не кушай нас, ладно, свинки, вы меня уговорили, я лучше сквидов вонючих закушаю, и, в принципе, хоть они не такие вкусные, как вы, свиночки, но все же, мы их скушали и сохранили ваши жизни. Ребята, я не знаю, давайте поставим лайк за то, что
Что ж, один лайк, одна живая свинка. Я ее один раз укушу. Если вы не поставите лайк, то, ребята, на вашей совести это будет то, что... Что-что? Она где-то когда-то умрет, одна свинка в Майнкрафте. Поэтому, ребята, задумайтесь, честное слово. Но все же, ребята, мне кажется, на этом уже действительно можно заканчивать. Вот наша акула, больше, мне кажется, какой-то кит нахрен, а не акула. Но все же, как я уже сказал, на этом мы уже будем заканчивать, ребята. Если мы наберем 700 лайков, то в ту же секунду прям я вам отвечу, прям как по-пацански, знаете... Я отвечаю, Васек, в ту же секунду выйдет следующая серия. Если ты не веришь, можешь меня проверить так же, как с комментариями, потому что я общаюсь со своими подписчиками. Если не веришь, то можешь оставить свой комментарий. И последнее, не забывай подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Вот прям тебя, чувак, я попрошу подписаться. Ты прям делаешь меня очень счастливым. И я буду очень просто рад. Ребята, всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь этой командой. Хоть и ненадолго, но все же повеселиться можно. Всем удачи, всем пока.